Что я сегодня буду готовить? Размораживала холодильник и нашла замороженные пучки петрушки. Что я из них приготовлю, спросите вы? Очень просто. Заправку для борща, для супа, для вторых блюд. Таким способом вы можете заготовить любую зелень. Это и кинза, и укроп, что угодно. Что для этого нам понадобится? Всего ничего. Петрушка, в моем случае, и растительное масло. Набивайте блендер петрушкой. Всю сразу не погружайте, частично. И немножечко растительного масла. Буквально вот столовую ложку. И закрываете. Перебить петрушку нам надо в пюре, чтобы была прям каша. Открываете и добавляете оставшуюся часть. И еще столовую ложку масла. Вот такая вот кашеобразная паста получилась из петрушки. Вы ее можете просто переложить вот таким вот образом в полиэтиленовый пакет. Тогда при готовке, когда вам надо использовать, вы будете отковыривать при помощи ножа необходимое вам количество. Я же буду замораживать вот в такой вот посуде для заморозки льда. Вот одного такого двух кубиков вполне достаточно будет на суп, например, на какой-то, или там на горячее, к мясным заправочкам. И таким вот образом заполняете все квадратики. Распределила по формочкам. У меня получилась одна такая вот большая формочка и одна силиконовая. Вот такие вот сердечки будут. Все, я отправляю их в морозилку до полного застывание, замерзание. Потом я извлеку все свои сердечки, кубики из этих формочек, переложу в полиэтиленовый пакет и обратно положу в морозилку. И буду использовать по мере необходимости. Вот такая вот заправка для первых и вторых блюд получилась из петрушки. Готовьте, запасайтесь на зиму. Приятного аппетита, до скорых встреч!